Армяно-азербайджанский Нагорно-Карабахский конфликт длится уже 30 лет. Все эти годы, так же, как и ранее, армянская сторона фальсифицирует историю, пытаясь выставить себя самой древней в этом мире. В связи с этим необходимо знать не только историю современного Азербайджана, но и изучать факты давно минувших лет. Книга известного азербайджанского академика Рамиза Мехтиева «Григорианская церковь как инструмент шпионажа против сефевидского государства 17-го, первой четверти 18 веков» – одно из актуальных научных пособий в этом вопросе. Такого обширного фундаментального труда в стране еще не было, отметили участники мероприятия в Азербайджанском университете иностранных языков. Обсуждая основные тезисы издания, они подчеркнули, с помощью этой книги удастся заполнить некоторые пробелы в истории страны. Книга написана на русском языке. Актуальность именно в том, что сегодня не только азербайджанский читатель, который более или менее знаком с этой проблемой, но сегодня и читатель, который на постсоветском пространстве проживает, он будет знаком с этой проблемой. И в ходе обсуждения мы выдвинули идею, что эта книга должна быть переведена на многие языки мира, и в том числе на армянский язык. Пускай армянские исследователи узнают свое истинное лицо.